Здравствуйте, друзья! Прежде чем рассказать вам о погоде, я хочу прочитать вам стихи краснодарского поэта и художника Сергея Балмазова. Нам говорили, что у счастья век недолог, ему объявлен узаконенный отстрел. Но, слава богу, у убийц наемных порох от наших слез должно быть отсырел. А теперь о погоде в Краснодаре 28 апреля. День обещает быть солнечным. Утром 13.21 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-24 тепла. Вечером 15-22 выше нуля. Ночью плюс 12, плюс 15. Самое время собираться на природу. Какой чудный воздух за городом. А в оставленном вами Краснодаре 29 апреля погода мало чем изменится. Судите сами. Термометр утром покажет от плюс 12 до плюс 19. Днем 22-24 тепла. Вечером столбик термометра потихоньку поползет вниз и покажет 18-22 со знаком плюс. Ночью нас ждет приятная прохлада. Плюс 15, плюс 16. И чтобы поддержать хорошее настроение, я прочту для вас еще одно стихотворение Сергея Балмазова. Какой восторг, скажу вам, братцы, когда шампанское рекой, и шелест юбок, и вихрит танца, и стан девичий под рукой. Я вспоминаю этот вечер, бокалов звон, восторг девиц, и ваши царственные плечи, и томный взгляд из-под ресниц, и спор валторный кларнета, себя, как юного корнета, который нежен, но не груб, и жеста легкая небрежность, и восхитительную нежность полуоткрытых ваших губ. Спонсор программы — строительная компания «Стройэлектросетка». Монтаж отличной квартиры «Цимонна». Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и Анатолий Тучков желаем вам солнечного настроения.